Добрый день, дорогие друзья и ценители дикой природы! Добро пожаловать на мой канал, где сегодня мы отправимся в захватывающее приключение в мир очковых кобр. Давайте скорее начинать! В самых запутанных уголках индийской дикой природы, где трепещут ветры и шепчутся листья, расцветает настоящая королева очковая кобра. Это грациозная змея, пронизанная интригой и загадками, владеет особым местом в биологическом богатстве Индии. На травянистых лугах и под зарослями пышной растительности кобры находят свой идеальный дом. Они предпочитают скрытные и уединенные места, где можно отдыхать от глаз невидимой опасности. Поведение кобры наполнено тайной и величественностью. Ее движения медленны и грациозны, словно танец природы. Очковая кобра способна настораживать взглядом своих ярких, устрашающих очков, когда чувствует угрозу. Взрослая очковая кобра может достигать длины чуть более 2 метров. Очковая кобра имеет преимущественно однотонную окраску с темной гладкой кожей. Однако ее горло и верхняя часть головы украшены своеобразным узором, напоминающим очки или маску. Эти светлые маркировки могут быть оранжевыми, желтыми или белыми. В момент угрозы или нападения кобра может раздуть свою шейку и приподнять голову, чтобы выглядеть более устрашающе. Этот танец служит предупреждением, что атака близка. Эти уникальные черты делают очковую кобру неповторимой и легко узнаваемой среди других видов змей. Важно помнить, что несмотря на свою красоту, эта змея обладает смертельным ядом, и с ней следует обращаться с осторожностью и уважением к ее природе. Рацион питания этого змеиного монарха составлен из мелких млекопитающих и птиц. Сила яда кобры не оставляет ни малейшего шанса добычи на спасение. Она блестящий охотник, поджидая свою добычу в укрытиях и нанося мгновенный смертоносный удар. Ну и сама очковая кобра имеет своих недругов в этом мире. Мангусты, птицы, хищники и некоторые рептилии выступают в роли основных врагов. В этих схватках силы интеллекта определителен, но часто побеждает тот, кто более ловок и хитер. Ее яд – настоящее произведение искусства эволюции. Он обладает потрясающей способностью парализовать добычу, предоставляя кобре время на победу. Яд очковой кобры – это мощный нейротоксин, который атакует нервную систему жертвы. Ее яд состоит из комплекса различных белков и ферментов, которые вызывают паралич и остановку дыхания у добычи. Он также может привести к острой большой интенсивности и другим серьезным медицинским состояниям. Человеку, укушенному очковой коброй, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, так как яд может быть смертельно опасным без своевременного лечения антидотами. Лето в пустынях Индии приносит новую надежду для очковых кобр. В это время они начинают проявлять интерес друг к другу, соревнуясь в брачных танцах. После успешного сближения самка и самец ищут подходящее место для кладки и заботятся о будущем поколении. Когда момент наступает и кобренята появляются из скорлупы, маленькие и уязвимые, и начинают свой путь в мире. Несмотря на угрозы, существуют организации, которые следуют и охраняют этот вид, помогая ему выжить. Наша забота и усилия по сохранению могут спасти эту великолепную змею и обеспечить ее сохранность для будущих поколений. Это было захватывающее путешествие в мир очковых кобр. Надеюсь, вы нашли это видео увлекательным и информативным. Если у вас есть какие-либо вопросы, оставляйте их в комментариях. Не забудьте подписаться на канал, чтобы быть в курсе всех новых приключений в мире дикой природы. Спасибо, что были со мной. Берегите природу и до скорой встречи в следующем видео.